Друзья, всем привет и добро пожаловать на Journey Channel. Сегодня мы приехали в один из не самых популярных заповедников Израиля, который называется Ципори. Он находится на севере, в районе Галилеи. Пойдемте узнавать, чем же знаменито это место. Ципори был столицей Галилеи во времена крестоносцев. Впервые о городе тут начали упоминать еще в 6 веке до нашей эры. Сейчас здесь располагается национальный парк площадью в 16 квадратных километров. На этой территории есть римские виллы, древние жилища, синагога, римский театр, множество дорог и бесчисленное количество крутейших мозаик. Среди которых самая известная мозаика страны, названная Галилейской Моной Лизой. На самом деле это изображение Афродиты. Ну что ж, а теперь давайте подведем небольшой итог. Это место оставило двоякие эмоции и впечатления. И я не ожидал, что мозаики будут настолько крутыми, реально. Я думал, будет пару фрагментов и все. Здесь же это были огромные, гигантские композиции с какими-то сюжетами своими. И выглядело это прям супер мощно и впечатляюще. Очень разочарованным, сильно. Прям в конец разочарованным я остался после посещения театра. Даже на фотографиях в интернете он выглядел намного круче. Я ожидал увидеть что-то похожее на театр в Кейсарии. Здесь это сплошное разочарование. Три скамейки, которые построили уже в современные дни. Никакого доступа к тем развалинам, которые остались с того периода, с римского, с периода, когда этот город отстраивал Ирод Великий. Абсолютно туда невозможно попасть. И, в принципе, наверное, все. Больше сказать об этом месте нечего. И мы будем закругляться и выходить отсюда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. И обязательно черкните что-нибудь в комментариях. Увидимся с вами очень-очень скоро. До скорых встреч. Пока-пока.